Не только научить, но и поддержать, помочь раскрыть таланты и определиться с будущей профессией. Педагоги прививают воспитанникам человеческие ценности и помогают проложить дорогу из детства во взрослую жизнь. 5 октября поздравления с Всемирным днем учителя принимают представители благородной и незаменимой профессии. Этот праздник очень важен для каждого из нас, потому что чувство уважения и признательности своим педагогам мы проносим через всю свою жизнь. Педагогические работники всегда были гордостью Заречного, и однажды, задав высокую планку в деле воспитания и образования детей, вы делаете все для того, чтобы система образования в Заречном продолжала эффективно развиваться, совершенствоваться, отвечать самым современным требованиям. Слова благодарности и признательности в адрес зареченских педагогов звучали на торжественном вечере во Дворце культуры «Современник». За преданность профессии, целеустремленность и каждодневный кропотливый труд учителя были награждены почетными грамотами и благодарностями губернатора и законодательного собрания Пензенской области, главы муниципалитета Олега Климанова и собрания представителей Заречного, регионального министерства и городского департамента образования. Сфера образования – всегда изменяется, но неизменно одно – любовь к своему делу, любовь к своему предмету, любовь к своим ученикам. Именно под вашим чутким руководством, уважаемые коллеги, раскрываются таланты и способности мальчишек и девчонок. Они учатся читать и писать, размышлять и анализировать, высказывать свое мнение и делать ответственный выбор. В торжественной обстановке директор гимназии номер 216 «Дидакт» Марина Матвеева принимала поздравления с присвоением звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». В этот вечер не забыли и ветеранов, которые служили и служат примером для нынешних учителей. В их адрес прозвучали самые теплые слова благодарности и признательности. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».